18 мая 2021 года в полицию Карабдахкенского района поступило сообщение о том, что 27 апреля текущего года примерно в 14:25 в поселке Ачи неизвестный зашел в помещение мечети и из металлического сейфа совершил кражу денег в сумме 50 тысяч рублей и видеокамеры. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и доставлен в отдел 50-летний житель Хасавюрта, который сознался в содеянном. Мужчина рассказал, что работает водителем такси. По его словам, во время очередного заказа лопнул шина автомобиля, и он остановился возле мечети. Зайдя внутрь, заметил ящик для пожертвований. Постаравшись остаться незамеченным, он с помощью ложки для обуви отогнул край железной коробки и достал деньги. Позже, заметив камеру видеонаблюдения, решил украсть ее. По признанию задержанного, похищенные деньги потрачены на личные нужды. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.